Сегодня проходит всеукраинский турнир по подъему на бицепс, становой тяге и многоповторному жиму Dynamic Cup, который уже успел стать традиционным. Это второй турнир этой серии, который проходит в начале каждого года в клубе «Динамит». Хотелось бы выразить благодарность руководству клуба «Динамит» за предоставленную территорию, за помощь в проведении, в организации соревнований. Как всегда, все проходит очень тепло, душевно, большое количество спортсменов. Несмотря на всевозможные трудности в виде подготовки в условиях карантина, который был в начале этого года, тем не менее спортсмены собрались, подготовились и сегодня показывают достойные результаты. Мы очень рады приветствовать сегодня в нашем клубе Федерацию пауэрлифтинга Украины «РАВ-100». Такие соревнования проходят у нас уже не первый раз. Мы всегда рады сотрудничеству. Сегодня у нас проходит турнир по подъему на бицепс, становой тяге, многоповторному жиму. Наш зал развивается, нам уже 7,5 лет. Хотим и дальше сотрудничать с федерациями и очень рады приветствовать всегда их. Всем участникам соревнования хочется пожелать успехов, новых побед и реализации всех поставленных целей. Очень рад присутствовать на сегодняшних соревнованиях. 3 года не выходил, не ожидал, что уровень соревнований будет храниться даже в столь тяжелое время, в непростых условиях. Благодарен организаторам Петру Тищенко. Хочу передать привет Сергею Дяку. Сегодня была моя попытка его догнать. Я установил рекорд Украины в возрастной категории М1. Так что показал молодежи, на что способны старички, так сказать. Я сегодня выступала в дисциплине «Подъем штанги на бицепс» 52-й категории. Все 4 подхода были успешные. Обновила собственный рекорд в итоге по 4-му подходу 41 килограмм, при собственном 49,5. Вот. Хотелось бы сказать большое спасибо тренеру Чанышеву Владиславу, который не дает нам расслабиться. Спасибо Пете Тищенко, который организовывает эти соревнования. Как всегда, все происходит на позитиве. Хочется всем пожелать, чтобы побольше было спортивной жизни у людей и меньше они по улицам, то есть чем-то были заняты, особенно в наше время. Всем успехов, веры в себя, собственные силы, ну и не опускать руки. Я представляю команду с Киева, Синдикат Тайм. Постоянный гость и участник суперклассной федерации РАВ-100 и именно в Харькове, то есть много где был, но здесь особая атмосфера, особая заруба, особенно вот в категории 110, 100 весовой. Всегда жду приглашения от Пети Тищенко постоянно, то есть готовлюсь непосредственно сюда и ставлю здесь рекорды. Здесь атмосфера колоссально крутая. Я начал в эту федерацию приходить пару лет назад и скажу, что пока что сравнить мне не с чем. Хотя в многих федерациях выступал, UPC, но вот РАВ-100 Харьковский, большое спасибо и почет людям, организаторам, которые организовывают сегодняшние мероприятия и в принципе ранее, и вообще в дальнейшем. Поэтому им успехов, сил, вдохновения, ну и всем спортсменам легкой штанги и здоровья в наше трудное время. Хотел бы поздравить всех представительниц прекрасного пола с наступающим праздником 8 марта. Так получилось, что в этом году турнир проходит в преддверии этого праздника. И можно было наблюдать, как многие девушки поздравили себя сами, установив новые рекорды Украины и показав достойные результаты, выполнив нормативы мастеров спорта международного класса.